Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, это канал Сам Солнышко Плей, и мы продолжаем играть с вами в Security Breach. Оказывается, мне тут подсказали, в общем, что чтобы получить концовку, нужно все-таки поиграть в те игровые автоматы, которые мы с вами нашли, и насколько я прочитала, их даже не один, их типа целых три. Вот, а я хочу получить именно вот эту концовку какую-то крутую. Насколько я понимаю, там концовка связана с Ванессой, а этот персонаж, наверное, больше всего меня интересует в этой игре, потому что я пока ее вообще не разгадала, что это за дамочка такая, что она, я вообще где? Господи, Фред, хватит меня пугать. Так, вот, отстань. Поэтому мы сейчас с вами обратно вернемся на гонки Рокси. Фред, мы где? Фред, мы где? Фред, мы где? Мы с тобой что, ушли что ли оттуда? Подожди, я что-то не понимаю. Все, да, быстренько я, в общем, добралась. Просто я немножко не по тому пути пошла. Так, извините, пожалуйста, я занята. Извините. Так, и нам нужно зайти сюда. Ой. Ай! Так, уже бежит, уже бежит. Отстаньте. Keep searching. He can't hide forever. Что-то она так прилетела, блин, напугала меня. Все, уходи отсюда. Где она вообще? Так, смотри, у нас вот тут подарок. Она уйдет отсюда, нет? Она где? Я не пойму, она рядом со мной или нет? Что это за звук? Вот? А почему она не уходила? Я не поняла. Она офигела, нет? А я слышу. Но просто они обычно быстро уходят, когда не видят персонажа. Так, Фред, пойдем. Я вроде разобралась, где это все находится. Нам не второй этаж. Мы с тобой не там сохранились. Вообще не туда с тобой пришли. Так, нам сюда. Потом быстро наверх. И там вот, где мы с вами лазили, шарились. А, вон Рокси, кстати, где? Она вот типа вот за секунду, да, вот отсюда телепортировалась туда. Нифига себе. Нифига себе, я хочу сказать. Блин, я не туда иду. Не туда иду. Нам не сюда. Нам вот сюда. Вот в это место. И, по-моему, правее немножко взять надо. Здесь потому что два прохода. Давай, робот, иди отсюда. Вот нам вот сюда. Да. Да, все. Так, фонарь у нас, по-моему, так заряжен. Я, может, сейчас во Фредди прям пройду. Выбежать-то я, наверное, смогу сама. Я и так могу сама, конечно. Ну, ладно. Смотри, вон там раз подарок. Так, все, вытаскивайте меня. Вытаскивайте. А я что-то не помню. Я в прошлый раз брала здесь, нет? Что-то не помню. Магнит с Рокси. Окей. Магнит с Рокси. Так, теперь нам нужно сюда. И здесь что у нас лежит? Я не помню. Классный флаг. Классный флаг? Красный флаг. Я сделала это. А, да-да-да-да. Красный флаг. Это я помню. Хорошо. Так, тут еще куда-то. О! Еще здесь что-то есть. Обувь. Что за обувь? Подожди. У нас же вообще тут большой довольно-таки инвентарь есть, да? Как он там нажиматься-то, не помню. Подожди, сообщение. Нет, а здесь вот как-то инвентарь. Что-то там шмотки у нас с тобой могут быть. Подожди. А, вот он. Обувь. И чё? А это что-то дает вообще, нет? Не знаю, непонятно. Просто обувь написано. Просто обувь. О! Сразу зарядим фонарик.
Что-то я думала, мы с вами сохранились уже после всего этого. Вот, в общем, вот это первый из трех, я так поняла, этих автоматов, которые нужно обязательно пройти, чтобы заполучить самую крутую, наверное, концовку. Я так думаю. Но это не точно. Итак, мы с вами помним. Здесь мы с вами собираем сердечко. Угу. Мы с вами собираем сердечко и можем уходить. Теперь здесь будут... А, здесь не будет еще. Здесь нас обучают, что нужно... Для открытия двери нужно включать вот эти вот штучки. А здесь вот эти вот зайцы дурацкие. Присосались, блин! Не присасываемся ко мне. Что такое? Да какие бессовестные вообще, а? Довольно тяжеловато их оббегать, но я молодец еще. Твою мать! Ну или нет. Все, у нас с вами осталось два сердечка, скорее всего, мы не пройдем. Ну ладно, мы попробуем, мы постараемся. Все, мы теперь взяли ключ. Теперь эти бессовестные зайцы, кролики, они вон все, как бы да, они все вот тут вот, все за мной бегают, да. А вот этот последний дурачок. Ага, пусть, блин. Нет, вот это как проходить вообще? Они меня засасывают моментально просто. Ладно, нам нужно постараться не профукать два сердца на довольно легком маршруте, где я это обычно делаю. Вот, поэтому, да, надо аккуратно, аккуратнее с ними вообще тут себя вести. Надо вот их как-то, да, вот к себе вот так вот, да. Ага, вот чтобы они немножко как бы... Да вот ты посмотри, ну вот какая собака, а? Так. Ай, ну я же, ну я же, блин, ну нет. Почему? Я же так все аккуратненько сделала. Маленький ключ. Так, вот они за мной бегут. Вот они все толпой, да. Своей братьей. Так, вот прям... Вот прям, ай! И прям вот засосалось все равно. Ты посмотри, так, вот здесь вот эти дурацкие, да, за мной бегают. Здесь вроде как есть много проходов. Я их сейчас немножко запутаю. Тихо. Или это они меня запутают? Блин, 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 тихо. Сейчас главное вот такую ситуацию не допустить и не упереться. Как мне спастись? А, ну хорошо, они, знаешь, как они за торможением кусают. Так, здесь нам нужен вот этот вот фиолетовый красивый ключ. Но мне бы еще какую-нибудь хилку бы, пожалуйста. Так, хорошо, понял, принял. Понял, принял, хорошо. Так, давай. Блин, вот тут, конечно, очень сложно вот это проходить, все. Чтобы не попасться, как-то вот умудриться. Чтобы вот меня не покусали. Загрызли вообще толпой. Ну не, вот на этом уровне точно надо иметь фулл хп, мне кажется. Ну, окей, хотя бы три сердечка. Хотя бы три сердечка. Я вообще никак не могу, получается, отбиваться от них, да? Потому что у меня нет вот таких возможностей. Я не могу их побить, там, как-то снести их себе, как сказать, снести. Ну ты посмотри, какой я. Ну ты вот, ну вот как вот это проходить? Ну все, жрите меня за ручку. Жри, да. Засасывай. Блин, смешные. Это зайчики, получается, это Ванни, что ли? Все. Ванессы? Все противные Ванессы. Ну, как-то маловато мне 4 сердечка. Мне хочется побольше, конечно. Побольше сердец. Как-то надо... Но на самом деле, на клавиатуре не очень удобно проходить такие игры. Мне кажется, что... было бы... Да отстаньте! Ну, блин, ну мне тут пришлось как бы это... Пришлось пожертвовать собой. Хотя бы 3 сердца, окей. Хотя бы, ну, не так плохо, как было до этого, но все равно плохо.
Я думаю, можно со всеми сердцами здесь пройти. Мы сейчас их подманим сюда сверху, они сюда сверху хорошо идут. Ага. Так, давайте, мои маленькие мерзкие кролики. Угу. Все, летят за мной, летят. Вот так вот их обошла вас, дурачков таких, обошла. Так, тут главное не встрять куда-нибудь. Ну, здесь вроде обходные все. Ага, да, обходные все, да. Ага, хорошо, что они, ну, за торможением тебя кусают. Это очень удобно. Тихо, зайцы. Спокойно, держите себя в руках, пожалуйста. Так, нам нужно пролезть туда, да, мы с вами вот на этом моменте, да, запарываемся как раз. Так, тихо. Может, здесь просто надо найти выход? Я просто сейчас запомню. Да, здесь просто выход найти, какое-то кладбище. Так, подожди. Так, тут надо... Видимо, в какой-то определенной. О! Что это за чувство? Так, здесь нужно в какой-то определенной последовательности, видимо, сделать зажигание. Нет? Или без разницы как? Давай все зажжем просто. Ага, тушится. Тушится. Вот это тушится? Ну-ка. Нет, этот правильный. Потом давай двойка, наверное. Да? Так, погоди. Вот этот? Нет. Хорошо. Так, может быть, этот? Нет. Тогда вот так попробуем. Ага. Вот так. Нет, не угадала. Окей. Хорошо, я запомнила, в принципе. Сюда. Так, мост вот нам построил. Хорошо. Куда дальше? Интересно, что он открывает. А он открывает как раз таки вот эту дверь. Вот эту, да. Надеюсь, это финал. Ой, тут что-то страшно. Но у нас 5 сердец, так что... Ой. Ну, я выиграла, надеюсь, эту игру. Ой, у меня что-то слетела надпись. Ага. Ага. Ну, окей. Мы с тобой прошли эту игру. То есть одна концовочка у нас уже с тобой есть. Итак, можем продолжать. Мы как будто бы мы тут все с вами забрали. Нам сейчас, знаешь, что куда нужно еще попасть? Нам надо попасть... Так, стоп, как будто бы я бегаю снова быстрее, если честно. А, это может быть вот эти вот мои сапожки. Может быть, это вот они. Он прям быстро бегает, смотри, как тут. Так вот. Так, это не сюда. Ой. Нет. Я не lost. А чё я забыла это, что у меня... Я-то Рокси. У меня же это есть. Оружие! Я забыла про него вообще. Блин, я вчера, короче, посмотрела вот этот новый фильм Фредди. И мне теперь как-то страшно стало играть. В эту игру. Немножечко как-то страшненько стало, да. Так, побежали туда. Ну, я просто хочу еще раз все осмотреть. Может быть, мы что-то не все осмотрели здесь. Туда мы с тобой пролезть не можем. Нет, здесь вот точно. Блин, нифига они тут толпой. Мы с тобой здесь точно все осмотрели. И вот еще один там момент остался. Почему она здесь не лазит, интересно? Здесь, по-моему, ничего нет. Нет, здесь нет. Так, робот. Тихо. Так. Здесь, по-моему, тоже ничего нет. Тут ни подарков, ничего нет вообще. Да. Ну все, как будто бы нам надо выходить. Может быть, нам сейчас, знаешь, куда надо пройти? В то место, куда
Короче, вот это я направо пошла, а там еще есть проход как бы налево. Мы можем попробовать дойти туда. Фредди, по-моему, почти кончился, нет? Сейчас посмотрим. Так, вот, смотри, вот тут вот, вот, вот проход еще есть. Мы сюда, по-моему, не ходили с тобой. Я не знаю, здесь что-то есть или нет. Так, написано Чики сюда. Ну, нам как будто бы туда все-таки, да. Сюда нельзя. Я еще читала, что вроде бы вот этот наш... То, что мы с вами теперь умеем делать, крик вот этот Фреддика, вроде как им можно ломать вот эти заборы, что-то такое. Так, хорошо, нам бы его зарядить, по-моему, у нас Фреддик был разряженный. Мы его сейчас можем, по идее, сходить зарядить, да? Вон, поет, блин, собака сутулая. Мы сейчас сохранимся с тобой, мы сейчас зарядим его и попробуем, не знаю, сейчас подумаем, куда надо будет нам идти. Не очень понятно. Я не помню даже, где я Фред бросила. Где-то бросила его. Бегает прям вообще слишком быстро. Так, давай зарядим его фонарь. Так, есть. Теперь сохраняемся. Так, да. Все, и идем зарядку. Оп. Так, ну все, погнали. А нам с тобой нужно вернуться. Почему время не меняется? У меня как бы до этого было 5:00. Оно вообще ни на каплю не изменилось. Время застыло. Пески времени у нас вот тут используют. Знаешь, что сделал? Я сейчас вылезу из Фредди, я его призову просто, ну, чтобы он не тратил энергию на меня. Потому что он на меня много тратит энергии. Мне просто кажется, что нам вот, вот сюда куда-то, нет? Сейчас посмотрю. Чики нельзя сюда написано. Не знаю, сейчас попробуем призвать. Так, произойдет или нет? Блин. Бежит, бежит, бежит. Я на всякий случай возьму пистолет, а то в прошлый раз вместо Фредди Ванесса прибежала почему-то. Как он страшно бежит! Такой жуткий, блин, как будто он сейчас тебя сожрет. Вот, смотри, вон там цепь какая-то, и вот... Вот! Вот, видишь? Сработал магнит. Все. Вот мы с тобой и прошли. Значит, нам правда сюда. Так, тут какой-то подарочек, ну-ка. Провал. Новости строительных работ. Каждый день возникает новая проблема. Мы заливаем новый участок трека, и как только он высыхает, то сразу покрывается трещинами. Мне кажется, что под нами проваливается грунт. Тут вообще производили оценку объекта, прежде чем давать добро на строительные работы? Это же хороший вопрос. Так, иди-ка сюда. Какой он страшный! Я не могу, мне каждый раз прям жутко. Он такой страшный. Так, нам сюда теперь, я так понимаю.
Привет, я Роксана Вольф. Если тебя интересует хаос на высоких скоростях, то Бункерокс для... Зарегистрируйся сегодня и стань победителем. Никто не любит проигравших. Так, хорошо. Так, это мы уже вошли с тобой на территорию. Я думаю, мы можем отпустить Фредди пока что. Пока он меня не сожрал случайно. Как он это любит. Тихо. Стойте. Мне бы вот фонарик зарядить, да. Ко мне не поймали. И сохранить. Ну блин, ну вот я так и знал. Блин, открой. Да блин, я думал, у меня в руках долбанный пистолет. А, он у меня был. Теперь заново все. Он у меня был, а когда я заряжала фонарик, он у меня перестал быть. Ну, типа, потому что я фонарь заряжал. Чёрт, в Рокси. Так, блин. Фред, Фред. Нам так долго с тобой идти теперь опять. Ладно, не дала сохраниться, сучка. Блин, да она прилетает. Они тпшатся к этим мобам и из угла. Она вообще, кстати, не оттуда пришла. Вообще непонятно откуда. Да, потерялась, блин. Лучше бы ты потерялась, если честно. Так, окей, Фред, выкидывай меня. Я берегу тебя. Я берегу тебя. Быстрее, быстрее, быстрее. Так. Мы с тобой направо уже сходили. То есть нам сейчас просто налево надо. Там мне просто негде было спрятаться. Я запаниковала и все. И все. И вот так вот получилось у нас с тобой. Ну, ничего, ничего, ничего. Что это было только что? Фред! Ты куда залез? Я сейчас залезу. Он куда забрался-то? Он еще и дверь сразу автоматически открыл, ты видел? Так, я его не взяла сумку. Короче, мы сейчас попробуем сохраниться все-таки сначала, наверное. А там просто эти роботы есть, они не дают фонарь зарядить, понимаешь? Блин, Фредди, ты такой страшный. Hey, I'm Roxanne Wolf. Так, давай. If you're looking for high-speed motor mayhem, Roxy Raceway is the place to be. А, он не ездит. Sign up today and be a winner. Nobody likes a loser. Никто не любит проигравших. Да понятное дело. Так, здесь есть куда пройти? Что-то найти, может быть, что-то интересное? Так, ну роботы здесь катаются. Роботы здесь катаются. Так что, возможно, что-то интересненькое тут может быть. Нет, здесь ничего нет. Хорошо. Это гонки Рокси. Куда нам теперь надо идти, вопрос. Что вообще нам здесь нужно сделать? Так. Что, дурачок уедет отсюда? Ага. Мы с тобой пробежим. Так, во-первых, вот какая-то сумка. Так, где она? Я ее не слышу. Ну, я ее слышу. Я ее не вижу. Злосчастный победитель. О. Так, сейчас. Злосчастный победитель. Рокси снова за старое. Еще один безмозглый бот лишился головы, потому что она путалась под ногами на гоночном треке. Я устала каждый раз таскаться в западный зал игровых автоматов, чтобы чинить этот хлам. Почему нет на ремонтных станциях поблизости? Но в этот раз я хотя бы нашла билет на танцы, поэтому не останусь наедине с закрытой дверью. Что это, блин, было? Так, это опять какая-то мусорная старый лифт.
Новости строительных работ. Сегодня мы пробурились под фундамент и нашли старую лифтовую шахту. Кто-то наверняка не знал, так ведь? Что-то внизу вытягивает электричество. Я соберу команду, и утром мы спустимся сюда, чтобы все разведать. Мне туда надо? Это как-то страшно. Это как-то стрёмно. Так, ну тут вроде ничего нет. Здесь вот есть забор от Монти. Может быть, сюда? Нет, ладно. Я благополучно вернусь назад, пожалуй. Там мне как-то тут стрёмно. Блин, что-то реально начало пугаться этой игры сильно. Не понимаю, почему. Так, хорошо. Что нам здесь надо сделать? Подожди. Задание. Узнать, как можно остановить Рокси на территории Рокси Гонг. Ну, то есть здесь нам нужно что-то найти. Только что не очень понятно пока что. Так, здесь не работает, нашел Колда. Не думаю, что она будет работать в таком состоянии. Однако в западном зале игрок автоматов есть ремонтная станция для роботов. Чтобы попасть тебе туда, потребуется билет на танцы. Ты проверил гаражи? Гоночный трек вот это. Движение перед началом нового строительства. В таких экстренных ситуациях гости иногда забывают забрать какие-то вещи. Я все отойти не могу от этого. Подожди, я не поняла. Найти билет на танцы и пронести голову робота в западный зал игровых автоматов. А где я билет на танцы должна найти? Что-то хочется сделать. А где билет на танцы? Еще раз, можно повторить, пожалуйста? А, он говорил, посмотри гаражи. Говорил, посмотри гаражи. Это гараж? Да. Это гараж. Так, хорошо. И где должны быть эти билеты на танцы? Здесь журнал обследования, видимо, да? Журнал обслуживания Princess Quest 2 не загружается. Не могу понять, почему. Автомат выключается, когда я пытаюсь сыграть, будто у него ко мне лично неприятен. Впрочем, не важно, мне так и не удалось пройти по Q1. Хе. А мне удалось. Надо найти, кстати, этот по Q2. Give up. You can't win. Ну ушла. Подарок вообще случайно увидела. Улучшение Фредди. Я ба-ба-ба-ба-ба. Ну ты понял. Так, это следующий гараж. Нам нужно найти билет на танцы, я так понимаю, здесь, да? А, блин, здесь закрыто. I bet I'm here. Я не понимаю, где она ходит. Вон она вообще наверху, на втором этаже. Так. Она вообще на втором этаже была. Ну знаешь, как бывает? Сейчас она на втором этаже, а потом она уже около тебя, блин.
Они что-то любят телепортироваться. Постоянно. О, улучшение Фредди, смотри, как много у него заряда теперь. Ну, не супер много, конечно, но побольше, чем было все равно. Так, может быть, здесь? Да, по-любому оно. По-любому это оно. Да. Фред? Так, хорошо. Здесь что-то есть? Интересное. Ну, нет, не кажется. Так, хорошо. И куда нам теперь? Блин, а тут какая большая площадка. Может быть... Вон, я, кстати, вижу сохранялку. Может быть, вот этот... Мне очень жаль, похоже, тебе не хватает роста, чтобы ездить на картах в одиночку. Тебе понадобится работающий бот-водитель. Использовать, чтобы использовать карту. А мне надо использовать карту? Ну чё? Робот потерял городу. Голову. Так, сейчас, Фреддик. Подожди, а зачем мне кататься на гонках? Это обязательно? Здесь вроде бы нет. Не надо не профукать аппарат игровой. Пока непонятно, где он. Подарочек. Слушай, я так много подарочков нахожу. Я такой молодец. Фаст-шипучка, Рокси. И что это дает? Что вообще дает эта фаст-шипучка? Подожди. Так, еда. У нас шипучка Фредди. А ну что-то оно ничего не это не написано. Где она? Где-то. Она рядом. Она прямо рядом. Ну, прошу, она не против, что я тут побегаю пока. То есть мне нужно вот в этот кар требуется предмет. Так подожди, Фред, предмет. Так, хорошо. Я бы сразу поехал с тобой, но я слишком большой. Я думаю, вот нам туда, потому что аппарат может быть там. Мы туда с тобой не ходим. Блин, он пройти не может. Ладно. Фред. Блин, твою мать, пистолет, пистолет. Бежит уже, бежит. Летит. Летит она ко мне. Подожди, что за преследование машин? А что-то по ошибках поведения. Рокси не пропускает. Хорошо. Преследование машин. Подожди. Это мы смотрели. Сейчас. Я запомнила. Преследование машин. Вот. Рокси не пропускает ни единой горки. У нее гонки. У нее прямо микросхемы плавятся, так как она ждет открытия гоночного трека. При каждом тестовом прогоне она постоянно пугает. Путается под колесами. Если так будет продолжаться, трек не удастся починить. Да. А, вот зачем надо на тачку-то сесть, чтобы, короче, ее вырубить. Слабость Рокси. Узнать, как можно сделать Рокси на территории гонок Рокси. Найти работающий карт, чтобы сбить Рокси. Найти пропавшую голову Рок на территории Рокси. Найти... Починить, да, вот, теперь найти билет на танцы и принести голову робота в западный зал игровых автоматов. Мы с тобой нашли билет на танцы. Да. Мы с тобой нашли билет на танцы. Но! Теперь вопрос, что с этой информацией теперь нам делать? Тут как бы такой момент. Не совсем понятно.
Блин, а здесь аппарата нет. Так, я пока это закрасуюсь куда-нибудь сюда. Тихо. Так, давай еще раз внимательно там все осмотрим. Может быть, мы что-то упустили еще. Да твою! Я была в метре от него. Он не мог меня поймать. Зато Рокси приперлась. Слышу, как Чё ты слышал? Иди в задницу отсюда. Мерзкая собака. Она же ушла? Она вроде ушла. Да я спряталась! I bet I'm your favorite. Нет. Нет! Да пошла ты, блин! Да почему? Да почему? Помните, я говорила, что меня больше всех Чика бесит? Я отменяю этот заговор. Меня теперь больше всего бесит эта собака. Ай, Фредди. Ну хорошо, мы с вами, в принципе, знаем, где там что искать. Продолжим тогда в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.